сегодня целых два барабана, усиленный состав в лице Кости. Надо заснять. Ниса и барабана. На желтой веточке идет не очень, зато дикие вагоны. Да, прекрасный звук. Те, кто пришел на наш юбилейный концерт, вот этот прекрасный концертный зал. Немного музыки для вас. Поесть после событий непростых. Нас забрали в полицию. О, она у тебя там слизистая такая. Она, да, сама по себе, но ее можно промывать, но, короче, можно и есть. Вот, в общем, забрали нас в полицию, мы отдали 1000 рублей взятку. Нас оформили. У нас даже были кадры, но нас попросили их удалить по-хорошему. Кадры задержания, в смысле. Мы попросили барабанщика сходить за едой в перекресток. И вот он в зелененьком балахоне собирается перейти дорогу. Денис. Вот и Денис. Он моментально очутился наверху.